Ну а если хочешь получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 40% к своему депозиту. Здорово, бродяги, стрейбер на связи. Мы на сайте MyCSGO, ребята, на балансе моем 140 рублей. Цель сегодняшнего ролика это сделать X10 от своего депозита. Приятного просмотра, подписывайтесь, поехали. 140 рублей на балансе, ребята, ну, соответственно, с чего начинать? С самых дешевых кейсов. Самый дешевый кейс у нас стоит рублей 7-10. Я думаю, давайте сразу по десяточке начнем тыкать. Кейсик Фрог. Я думаю, жестить не будем, начнем по три, по четыре. Надеюсь, очень надеюсь, что сегодня получится из этого что-то хорошее. Я не буду переснимать этот ролик по 10 раз, но пока первое открытие нам показывает не очень. 14 рублей с 31 рубля он дал нам 14 рублей, это слив в X2. А нам наоборот надо сделать X100 от нашего депозита. Так, подожди, X100 от нашего депозита это у нас получается 14 тысяч рублей. Реально это сделать? Хрен знаю, честно говоря, потому что еще пока ни один кейс на с вами не купил. Вот остановись, вот эта хорошая пушечка была бы, или вот это долетело, было бы вообще великолепно. 16 рублей, эй, ты хоть один меня кейс сейчас окупишь, хотя бы один кейс, или Понятно? Я тебя понял. 84 рубля на балансе, ребята. Я может думаю, жескануть и сразу открыть какой-то на весь баланс кейс. Слушай, у меня очень быстро ушел балик. Было 140, это получается минус 60 рублей. Нет, так дело не пойдет. Давайте-ка потихонечку. Надеюсь, здесь хоть как-то в майнинг кейсах зафармимся. Хотя бы неонового гонщика. Если мы выцепим все, дальше вообще пойдет изи. Отвечаю, если вот одну пушечку рублей за 500 мы выдергиваем, все, дальше пойдет изи. Но. Э, вот твой! Чуть-чуть. Ну чуть-чуть же ты не додал. Ну что тебе жалко что ли? Так, последний разочек его открываем. Остается 15 рублей на балансе. В целом хватит нам на один кейс, который стоит 10 рублей. Но если сейчас ты дашь, вот остановись, не хочет останавливаться. Я понял, Майк Сго снова поменял прокрутку, потому что я э, начинаю на это байтиться. 17 рублей. Так, подожди, я что-то не пойму. Давай-ка мы найдем реально самый дешевый кейс. Пока вижу 10 рублей. Я просто уже давным-давно не юзал дешевые кейсы. 10 рублей самый дешевый кейс. И. Ну и все. О, у меня 190 два э, бонусов. Окей. Если что, их тоже немножечко заюзаем. Смотри, 17 рублей на балансе. Остается теперь 7 рублей на балансе. Мы делаем что? Там кто-то перчатки выносит. Ё-моё. Ночные операции. Заходим в апгрейд. Эти ночные операции ставим в... Так, вот сколько? 10. Давай в 20 рублей. Просто будем рассматривать абсолютно все варианты продвижения нашего баланса. Кто-то перчатки там... Вот, тормознешь? Спасибо. Спасибо. Хотя бы на этом первый какой-то окуп у нас прилетел, ребята. Это интересный контент, когда ты реально пытаешься с какого-то маленького баланса сделать максимально большой баланс. А со 140 рублей. Я считаю, что сделать баланс в 14 тысяч рублей Это достаточно такой трешовый и жесткий контент Поэтому обязательно прижимайте лайкосик, ребята И не забывайте про промокод, который вы видели в самом начале Этот вот-вот-вот-вот-вот Нет, конечно же нет Этот промокод, ребята, дает 40% к пополнению вашего баланса Слушай, хотя x 2 Давай-ка по одному разку будем Просто пробовать по одному разу Вернемся к промокоду Он дает возможность плюс 40% к вашему балансу Вы пополняете на соточку Вы получаете плюс 40 рублей Пополняете на косарь Вы получаете плюс 400 рублей Пополняете на 10 тысяч рублей получаете, плюс 4000 рублей. Ну, неплохо. Согласись. Вот ты представь, ты закинул десятку, плюс 40% процентов плюс 4к. Если 4к открыл какой-нибудь ножевой кейсик, выбил какой-нибудь ножик. Рубля за 8 за 9. И у тебя получилось. Ребята, ну давай вот это 7 рублей. Вот, я же этот кейс искал. Ну, конечно же, он ничего не даст. Но у нас есть еще 192 бонуса. Давайте мы сейчас с вами заюзаем эти бонусы. Так, по 12 рублей. Сразу 10 раз мы с тобой чик. Чик. Что-то есть. Что-то есть рублей на 8. Нормально. 80 рублей. Я читаю потихонечку. Я читаю потихонечку. Это рублей на 12, наверное, да, на 20. 32. И еще хватает нам на разочек. Открываем. И мы вновь что сделали правильно. Вернули свой баланс в 140 рублей. Интересно получается. Окей. Поехали дальше. Можно сказать, считать, что это попытка номер два. По 4 раза открываем кейс по 7 рублей. Будем просто надеяться максимально, что хотя бы выпадет. Я вернулся. 10 рублей. С 28 он дает 10 рублей. Вот, вот, практически волк 64. Вот это, вот это я понимаю. Давай, раздуплим. О, нитро, хорош, 80 рублей. 98 точнее. Раздуплили сайт, походу. Кейс за 7 рублей дает намного лучше, чем за 10. Ну, я всегда говорил, ребята, что дешевые кейсы дают лучше, чем дорогие. Понятное дело, что в дорогих больше дорогих пушек, но в дешевых кейсах реально зафармится. Слушай, до 200 рублей нас поднял, давай по 10 раз. Подожди, по 10 раз даже многовато, наверное, будет. Если мы Тратим 70 рублей, он дает нам по 70 рублей. То в целом, как шансы выбить какой-нибудь дропчик из серии 200 рублей. Плюс, у нас есть возможность. Ну давай, вот этот, и еще раз, опа! Сюда! 300 рублей сюда. 444 рубля, ребята, на базу. Так, подожди, нет. Давай не будем распыляться. Реально, на фастиком пооткрываем этот кейсик. Может быть, здесь что-то еще раз мы словим с тобой. 58 рублей слив на 12 рублей. В целом, меня это устраивает. Но я тоже рассчитывал, на самом деле, на что-то вот из этих, из первой линейки. Если что-то выпадает, то все, вообще, easy back, easy back. Мы с тобой до 14к, конечно же, не дойдем. Да нет, на самом деле, я верю. Я не просто так ставлю цели. Если я ставлю цель, я расшибусь об стену, но я дойду до нее обязательно. 31 рубль. Так, что-то Кесик начинает подсирать. Давай еще раз за три его по 10 раз соточку. Неплохо. Плюс 30 рублей на базу сюда. Откроем его еще разочек. Давай до первых двух сливок. Когда два раза подряд у нас сливает, тогда я ухожу отсюда. 91. Пока ок. Пока дает, надо брать. Я считаю, пока дает, надо брать. Вот это слив рублей 50. Да, полтинник. Без 77 копеек. Бронзовая декорация ничего не стоит. И последний разочек. Хотя наслил он нас два раза уже. Я почему-то решил открыть его третий раз. И не просто так. Динамика 155 рублей. Ребята, на балансе 670 рублей теперь, вот запоминайте, это же как тактика, это реально как тактика. Мы идем с вами в майнинг кейс. Где майнинг кейс, я не понял. Майнинг кейс, майнинг кейс, вы где? 12 рублей. Азимов, больше вероятности Азимов на самом деле. Давай по 5 раз поехали. Почему Азимов с большей вероятностью может что-то выпасть? Потому что тут есть вот этот P250, который может часто выпадать, а он стоит прошу прощения, 272 рубля. Мы тратим сейчас с вами за 5 открытий 61 рубль, а может выпасть 270. Неплохо, я думаю, да. Но ну, пока мы сливаем 120 рублей. Мы сливаем калаш 2700! Сюда, сюда, братишка, ко мне. Ну куда тебе еще идти? Только ко мне, к папочке на базу. Ребята, 3 300. Все, теперь вот с этой минуты я реально уверен в том, что мы дойдем до нашей цели в 14 тысяч рублей. Почему 14? Потому что я делаю x100 от своего депозита. x100, ребята. Это, ну, я считаю, что жесткий контент. И с вас я буду ждать что? Правильно, лайкосик. Black Hole 10 раз прям смело на 700 рублей мы с тобой открываем. Теперь контентик начинается поинтереснее. Главное, мы перешли вот этот порог в 1000 рублей плюс. И нам дает он что-нибудь хоть одно хорошее. Ничего хорошего не дал. Ну ты вообще, ну хотя ноль. Нет, слил 80 рублей. Ну, 80 рублей не так все грустно. Давай еще разочек. Давай, 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 давай. Что-нибудь прям э, дорогое, залетай. Залетай, дорогого, ничего абсолютно нет. Это вообще слив, рублей в 300. Да, в 200 рублей слив. Давай, фастиком. Но я не хочу верить в то, что ты мне ничего не дашь из дорогого хотя бы рубля за полтора. Что-нибудь рубля за полтора. Ты же мне можешь навалить 800. Второй раз, пока нас окупает. На чуть-чуть, но окупает, тем не менее. Это слив. Хотя не то, чтобы слив, э, ну, 80 рублей, ладно, буду тоже считать, как за слив. Это вообще лютый слив, все, окей, уходим отсюда, 2700 на балансе. Так, один бы жесткий кейс какой-нибудь дернуть, какой кейс мы можем дернуть? К примеру, рублей за 950, поехали, просто вот, ну, на шару рандомный кейс открыл, что-то до косаря хотел, и просто буду надеяться на то, что что-то прилетит, давай, Легион Анубис, сколько ты можешь стоить? Хорошее качество, давай, пожалуйста, я тебя понял, опять слил нас на две соточки, сайт чуть-чуть на меня настроен скептически и думает, что я хочу вынести много денег а я хочу вынести много денег ребята поехали открываем кейсик где есть скинчики за 4000 за 2000 рублей как бы есть и дешевые скины по 10 по 5 рублей но есть и скинчики по 500 рублей это может быть даже синька вот сколько здесь мы с вами набрали на 451 открыли на 380 окупил а купил но ну, на чуть-чуть но все равно ребята окупил а это слив это слив на сотку ровно давай пока попробуем пофармиться здесь может быть получится выбить что-нибудь тысячи за 2 вот что-нибудь вот ну из всякого вот этого вот топа подожди подожди нет, ошибочка. Ошибочка, прошу прощения, смотрите, моя синька, чисто в ленте, моя синька полетела. Ну, что-нибудь прям такое дорогое, рубля на полтора. Насыпь мне, пожалуйста. Мне вот сейчас надо преодолеть порог в 3000 рублей. Когда у меня будет 3000 плюс, тогда мне будет намного легче. Это залетает у нас карамельное яблоко, только да не то, которое я хотел. Вот это бы карамельное яблоко залетело за 4 рубля было бы хорошо, но не хочет. Давай мы применим вот такую тактику: fast раз f5, нажимаем 10 раз, f5, нажимаем 10 раз и f5. Я думаю, на весь баланс давай попробуем просто пооткрывать. Но всякое может быть, вдруг залетит. Ну кто его знает? Вот это же бывает, это же шары, ребята. Итого продать все на три косаря. Но ничего интересного, походу, и не выпало. Здесь самое дорогое, что у меня здесь выпало, это королевский синий за 1100 рублей какого-то помойного качества. Я тебя понял. Так, ну давай по юспикам или не по юспикам. Слушай, а знаешь, что давай попробуем? Давно туда не залетал. Кейсик с юспиком вот этот вот. 10 раз на 850 рублей. Почти весь баланс трачу. Ну, как почти весь баланс. 30% от своего баланса, который у меня сейчас есть, трачу. Но если хотя бы один залетит, хотя бы один, солнышко, ну один, ну один. Хотя он стоит пятак, подожди. Это уже вызов мне, смогу ли я, вопреки всему, просто взять и потратить весь баланс на один и тот же кейс. Ребята, я, я готов пройти заново этот путь, но вдруг, если мне сейчас выпадет юспик, это будет вообще камбэк из Рио. Не, не камбэк, неправильно говорю. Камбэк это когда ты всрал и поднял. Ну хоть от, 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 от. от. Вот, вот, вот она, вот она. Видел? Питак, питак на базу. Теперь делаем F5, потому что он бывает любит даблить. И вот еще разочек. Мы трешку оставляем у себя на балансе, продать все. У нас на 230 рублей. Я понял, ты не хочешь даблить. Так, 3000 потолок пробили. Балик позволяет нам раз 5 открыть по 10 раз кейсик э, майнинг с авиками, с калашами, с петушками, с эмками, с P250. Продать все 360 рублей. Ничего. Кстати, вот именно Азимов что-то перестал выдавать. Давай попробуем неунуарчик. Может, неунуар что-то даст. Я думаю, не буду сильно особо затягивать. Сейчас все буду делать фастом. Получится, не получится у меня дойти до 4 тысяч рублей. Но, ребят, скажу одно: я не снимаю во флежуйный контент 1800 рублей отлично. Если я э, какую-то поставил себе цель и начал ее снимать, значит, и вы видите этот ролик. Это означает, что я добился какой-то цели и дошел до той цели, которую поставил. Поэтому обязательно смотрите ролик до конца. Лайкосик на видосик прожимаем обязательно, открываем еще раз. Переходим сюда, продать все выпадает нам на 1200 рублей. В целом мы примерно плюс-минус только потратили. Так, ну я думаю, можно попробовать по 10 разочков на весь баланс. У нас так-то балик 5000 плюс был. Ну, всякое может быть. Вот какая-то одна наваха залетит, и нам, по сути, до нашей цели надо будет чуть-чуть... Стоп, подожди. Фу, я думал, уже что-то залетело. 142 рубля. Давай, я думаю, до косарика мы с тобой попробуем покрутить этот кейсик, потому что с этого кейса мне тоже залетали навахи. Но я не особо люблю наваху. Вот эти всякие стрёмные ножи, просто это может быть как буст к нашему балансу. Ничего более. Давай фастиком. Выдаст нам он хоть одну наваху или не выдаст, я не знаю. Но я выбивал. Пару раз выбивал вне видоса даже. И а, пару раз выбивал на видос обязательно, кстати, переходите на мой YouTube канал, просто кликайте на мою аватарку, много интересного контента, где слово баланса делал big баланс, где с big баланса делал xxxx big баланс. сюда 9 тысяч, 9 тысяч, 9 тысяч на базу, 9 косарей, ребята, у меня 10 тысяч на балансе. кто сказал, что рисает вы поняли, короче, да? 10 тысяч, ребята, на балансе. Мне надо, по сути, сделать 4 тысячи и выводить все каким-нибудь одним скином. В целом, в целом, ну, если что-то из этого выбить, я сейчас готов. У меня был план. Если мы доходим до пятака, я хотел дойти, вот, зайти на один из этих кейсов и просто фастиком его натыкать. Давай попробуем. Ребята, выпуск получился длинный, не обессудь. Реально, получился длинный выпуск, но это объяснимо. Я пытаюсь с маленького баланса сделать максимально большой баланс. Поэтому пристегните ремни, мы взлетаем 5 раз я смогу открыть вот этот кейсик. Поехали. Точнее, 5 раз по 10 штучек. Я не надеюсь, конечно, на что-то из этого, но если вдруг что-то из этого реально у меня залетит, как бы это будет 20 тысяч плюс, я не знаю, я наверное назову этот ролик самый окупной в сфере моего блогерства и сколько я снимаю контента. Я не верю, я не это бред. 64 тысячи. У меня восьмер на балансе, ребята. 64 косаря. Мать твою, ты что делаешь? Ребята, официально видос называется сотки до 64 тысяч рублей. Хотя у меня нету минуса на этом сайте. Потому что я недавно вывел хорошие скины, которые меня окупили в целом. И если суммарно считать, сколько я снимаю ролики, я сейчас нахожусь в плюсе, может быть, тысяч на 40. Это от силы, но не больше. Ребята, 8 рублей у меня на балансе. И еще вот здесь вот есть ножик. 67 косарей. Керамбит, вороненая сталь. Его я буду выводить. восьмеру сейчас контента ради. Я сейчас просто заливаю. Ну, куда? Давай сюда. Поехал. Если оттуда залетит нож какой-то, ну но я уже не верю, потому что мне залетел ножик уже, но если вдруг залетит ножик, но он не залетает, пламя дракона стоимостью 800, наверное, рублей, нет, 1100, три косаря у меня остается на балансе, быстренько трешечку мы сейчас вот так вот раз, поехали, просто три ножевого кейса, сейчас три мам мне залетит, нет, если сейчас залетит ножик, я обязательно разыграю среди вас и, к сожалению, не разыграю, потому что он не залетел, так, 600 рублей на балансе, что я делаю, изи слив делаю просто вот так вот, где, где вот так вот, пять разочков не хватает, хватает, 4 раза хватает, фастиком открываю, захожу в контракт, вот это все дерьмо закидываю сюда, захожу в апгрейд, и вот то, что мне выпало, ставлю на 5%, он, конечно же, не заходит, ребята, доступно для продажи 64 тысячи рублей, это все дело я буду сейчас выводить, вам по совету еще раз промокод, который дает плюс 40% по пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO, называется он STR777, возите промик, вводите сумму, примерно там 100 рублей, 1000 рублей, без разницы, 40% получаете на свой баланс, на протяжении всего ролика этот промокод был над моей головой, я оставлю в описании, подписывайтесь на канал, скоро будут новые ролики сейчас ребята на экране у вас были четыре моих ролика обязательно кликайте на один из них и продолжайте просмотр моего контента пока